Наталья Курсевич, актриса Центрального академического театра Российской армии, заслуженная артистка России. Героям блокадного Ленинграда посвящается патриотическая композиция по произведениям Ольги Бергольц, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Всю ночь не разнимали руки, всю ночь не спали мы с тобой. Я после долгой злой разлуки опять пришла к тебе домой. Мы говорили долго, жадно, мы не стыдили слез отрадных. Мы так крепились в дни ненастья. Теперь душа светла, мудра, и зрелое людское счастье, как солнце встретит нас с утра. Теперь навек. Ты веришь, любовь одна и жизнь одна. И вдруг стучит соседка в двери. Вошла и говорит: война. И в вечность канул день вчерашний. Ты говоришь: ну как, не страшно? Нет. Ты идешь в военкомат? Еще ты муж, но больше брат. Ступай, родной. И ты солдат. Ты соотечественник мне. И в этом все. Мы на войне. Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня. Он пришел. Вот жизнь моя, дыхание, родина. Возьми их у меня. Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой. Родина моя в венце терновом, светлой радугой над головой. Брали скоро и брали щедро, взяли горы и взяли недра, взяли уголь и взяли сталь, и свинец у нас, и хрусталь. Взяли сахар и взяли клевер, взяли запад и взяли север, взяли улей и взяли сток, взяли юг у нас и восток. Вары взяли и татры взяли, взяли близи и взяли дали. Но больнее, чем рай земной, битву взяли за край родной. Взяли пули и взяли ружья, взяли руки и взяли дружбы. Но покамест во рту слюна, вся страна вооружена. И мы не скроем, в эти дни мы ели землю, клей, ремни. Но съев похлебку из ремней, вставал к станку упрямый мастер, чтобы точить орудий части, необходимой войне. А тот, кто с нами не жил, не поверит, что в сотни раз почетней и трудней в блокаде, в окружении палачей, не превратиться в оборотня, в зверя. Дарья Власьевна, соседка по квартире. Сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили с тобой почти полгода. Полтораста суток длится бой. Тяжелые страдания народа. Наша Дарья Власьевна с тобой. О, ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке. Этот ленинградский ломтик хлеба, он почти не весил на руке.
а какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война в миг, когда толкнем рукой ставни, сдернем шторы черные с окна, а тебе, да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой, нержавеющий, железной сталью облик твой запечатлят простой. Октябрьский дождь стучит в квадрат оконный. Глухие залпы слышатся вдали. На улицах сырых и очень темных одни сторожевые патрули. Мерцает желтый лепенький фонарик, и сердце вдруг сжимается тоской, когда услышишь: «Пропуск ваш, товарищ!» Как будто б ты не здешний и чужой. Вот пропуск мой, пожалуйста, проверьте. Я здешняя. И этот город мой. У нас одно дыхание, дума, сердце. Я здешняя, товарищ постовой. Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача рассказала, что вчера единственного схоронила друга. И мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном, и стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу слегка. Я была на краю чего-то, чему верного нет названия. Зазывающая тревога от себя самой. Ускользание. И вот в послевоенной тишине к себе прислушалась наедине. Какое сердце стало у меня? Сама не знаю. Лучше или хуже? Не отогреть у мирного огня, не остудить на самой лютой стуже. И все неукротимей год от года к неистовству зенита своего растет свобода сердца моего, единственная на земле свобода. А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет, он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. О, как мы затемнялись, ни луча! И все темнело в мире,
Потом хозяин в дверь не постучал, как будто путь забыл к своей квартире. Где до сих пор беспамятствует он? Какой последней кровлей осенен? Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев, тех самых, выбранных давным-давно. Я их узнала с улицы в окно. Но этих окон праздничный уют, такой забытый свет в сознании будет, что верится там добрые живут, хорошие, приветливые люди. Там даже дети маленькие есть. И кто-то юный и всегда влюбленный, и только очень радостную весть сюда теперь приносят почтальоны. И только очень верные друзья сюда на праздник сходятся шумливый. Я так хочу, чтобы кто-то был счастливым. Там, где безмерно бедствовала я, владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне.